coding. Okay, 45B or 45A. Who saw Paul? Sylvia. Who did Sylvia? Okay. So Sylvia saw Paul. Please repeat. Who saw Paul? Who saw Paul? Okay. Sylvia. Who did Sylvia see? Who did Sylvia see? Okay, and now B. Wait, 75B. Who lives in this house? What? Who lives in this house? Okay, translate please. Who lives in this house? Кто живет в этом доме? Wonderful. Can you give me the answer? Who lives in this house? Say something. It doesn't Sylvia have to be. Sylvia lives. Lives in this house. Ah, Sylvia lives in this house. Oh, sorry. Sylvia lives in this house. It's an answer to the question, who lives in this house? Кто живет в этом доме? Сильвия живет в этом доме. То есть, какому слову был поставлен вопрос? Сильвия. Слову Сильвия был поставлен вопрос. А Сильвия в этом предложении является подлежащим, сказуемым дополнением. Чем оно является? Ну, подлежащим. Умница. Оно является подлежащим. Правило. Вопросы к подлежащему строятся без вспомогательного глагола. Please repeat. Sylvia lives. Вопросы к подлежащему. К подлежащему. Строится. Строится без вспомогательного глагола. Please repeat the rule again. Давай снова правило. Предложение с... Нет. Подлежащим. Вопросы к подлежащему. Вопросы к подлежащему. Строятся без вспомогательного глагола. Вопросы к подлежащему строятся без вспомогательного глагола. Потому что who lives in this house? Repeat. Who lives in this house? Ты здесь видишь вспомогательный глагол или нет? Нет. Нет? А какие вспомогательные глаголы ты вообще знаешь? Do, did, does. Good. И другие. Who lives in this house? Есть здесь вспомогательный глагол? Еще раз тебя спрашиваю. Нет. Отвечай, почему нет. Потому что... Потому что вопрос... С подлежащим... Строится. Строится без вспомогательного глагола. Oh, wonderful. Wonderful. And what's up? What happened? What happened? Good. Happening. Who's got... What's happening? What's happening? My key. Who's got my key? Okay. Who's got my key? Translate, please. Кто взял мои ключи? Okay. Кто взял мои ключи? Ответ, пожалуйста. Можно и Сильвии тоже. Сильвия взяла мои ключи. Sylvia got your key. Ну, Сильвия. Сильвия. Has. Ну, конечно. Has got your keys. Давай. Sylvia has got your keys. Окей. Ну, вместо Сильвии, Сильвия ставится who, и дальше никаких
вспомогательных глаголов. То же самое, как и по-русски. Прямо как по-русски. Sylvia has got your keys. Сильвия взяла твои ключи. Кто взял твои ключи? Who взял, has got your keys. Все как по-русски. Есть здесь вспомогательный глагол или нет? Нет. Нет? Почему нет? Потому что вопрос из подлежащего. К подлежащему. К подлежащему. Ой, к подлежащему строится без вспомогательного глагола. Большая молодец, потому что вопрос может быть к подлежащему, вопрос может быть к сказуемому, вопрос может быть к дополнению, вопрос может быть к обстоятельству. Окей. Все это члены предложения. Давай, повторяй за мной члены предложения. Подлежащее сказуемое, дополнение обстоятельства. Подлежащее сказуемое, дополнение обстоятельства. Ну, так вот. Но если к подлежащему, то не надо никаких вспомогательных глаголов. Идем дальше. Ну, наверное, я перещелкну. Please wait.